Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volvo 740, 92 года выпуска, двигатель 2.3, бензин, механика, задний привод. Пробег на автомобиле 555 860 километров. Пробег серьезный, но хотя эти автомобили довольно-таки крепкие. Попросили заменить рулевую тягу с наконечником, а когда поднял, посмотрел, там оказывается выбит не тяга, а выбит сайлентблок на рычагах на нижней. Заказал сайлентблоки и заказал наконечники. Поднимаю автомобиль, снимаю колеса и снимаю нижние рычаги. Вот так это все выглядит. Человек думал, что рулевая тяга. Ходит. О, наконечник видно, вот он. Сейчас повыше подниму. Его даже видно невооруженным взглядом. Вот он движется, палец. Но больше всего здесь движется вот этот сайлентблок. Он просто гуляет, его нет. Но менять не с одной стороны, менять с обоих сторон. Поэтому снимаю этот рычаг и снимаю рычаг со второй стороны. Ну и по ходу меняю наконечник. Главное, чтобы наконечник у нас подошел по резьбе, потому что они здесь на этот год разные идут по диаметру. Откручиваю гайку и ослабляю наконечник. Наконечник на 19, а контрагайка на 22. Сейчас будет щелчок. Вот такой вот щелчок. Так, контрагайку держу. У нас опять дождь начинается. Так, вот наконечники. Наконечники взял фирмы Фэби. По номерам они идут одинаковые. По резьбе. Ура! Ура, ура, ура. По резьбе он подошел. По конусу. Сейчас проверим. По конусу он подошел. Все отлично. Контрагаю его.
и на схождение потом. С наконечником понятно. А теперь снимаю рычаг. Немножко здесь резьбу подчищу на шаровой. Гайка на 19. Здесь у нас на 17. Стойку стабилизатора тоже менять надо, втулка разбита. Здесь у нас резина подрезана, но сайлентблок еще живой. Так, ну, здесь скажу ему про стойку стабилизатора. Снимаю шаровые. Здесь другой съемник возьму пошире. Шаровая отошла. Шаровая слабая, но она не стучит. Шланги тормозные под замену. Но все-таки старый автомобиль, он есть старый автомобиль. И при этом хозяин вкладываться в него не хочет. Не хватает усилия пистолета. Хороший швед. Болты заказал новые, потому что думал, что на этих годах я здесь ничего не откручу и не вытащу. На данный момент все откручивается и все снимается. На удивление, этот сайлентблок живой. Берем новый сайлентблок. Новый сайлентблок тоже фирмы Фэби. 22939. Вот я не помню, номер наконечника я сказал, не сказал. 12077.
сайлентблок вот такой вот. Сейчас старый выпрессовываем, новый запрессовываем. Здесь упорная у нас увеличенная идет, и шляпа у нас больше рычага размером. Упереть в рычаг я не могу. Я сейчас возьму, можно болгаркой обрезать. Я, наверное, болгаркой обрежу. Обрезаю болгаркой эту шляпу и выпрессовываю отсюда через оправку. Теперь мы можем смело ставить оправочку и выпрессовывать втулку, до конца не дорезал. Беру оправочку 48, наружный 38, внутренний. Сюда она у меня встает с запасом. Теперь беру сюда на 34 диаметр вот такую втулочку. Вот и все. Никаких трудностей. Берем новый сайлентблок. Так, это убираем. Здесь оправочка теперь другая. Она у меня в торец сайлентблока встает хорошо. Смазываю силиконом рычаг и берем запрессовываем. Так, ну сначала придавлю просто на рычаге. Вот, все, центровалось.
Идет нормально, но мне не нравится, как она сейчас может бортик согнуть. Поэтому я просто ее продавлю плашмя. Сайлентблок у нас сидит на месте. Можно идти и устанавливать. Смажу втулку. Смажу внутри резьбу. Смажу резьбу на шаровой, на наконечнике. Все уже мажу, потому что собирать буду. Беру новый болт 98-28-49, оригинальный болт. Ну, раз болт новый, то и гайку беру новую 98-58-70. Ой, чуть камеру не завалил. На одну и на вторую сторону. Смазываю болт. Одеваю рычаг. И завожу его на место. Так, здесь я выдергивал, поэтому немножко монтажкой разведу, чтобы он у нас легко вошел. Шаровую опору одену. Все. Гайку наживил. Подтягиваю, но не затягиваю. Когда уже опущу, поставлю на чурки, на чурках затяну. Болт смазываю. И этот болт на стабилизатор тоже смазываю. Затягиваю. Наконечник. Видно, как плотненько. В
стабилизатор закрутил, реактивный закрутил, шаровый закрутил, а здесь я еще не закручивал. Сейчас меняю со второй стороны, все точно так же аналогичным образом, и потом уже опущу, затянем вот эти болты на цилиндроблоке. Со второй стороны я тоже заменил наконечник и также заменил цилиндроблок. Новый болт поставил. Этот цилиндроблок был такой же разбитый, как и с той стороны. Ходил чуть меньше, но втулка также вывалилась. Обрезал, вытащил. Стабилизатор, вот так он не болтается, он наперекос зажат, но когда машина ровно стоит, он будет болтаться. И ту стойку стабилизатора буду менять. Сейчас одеваю колесо и попробую гидростойкой поджать. Если ход получится нормальный, то цилиндроблок зажму на весу. Ставлю колесо. Колесо одел. Сейчас ставлю гидростойку. Замечательно, не надо мне опускать на чурки. Зажимаю гайку. Вот и все. На этом замену цилиндроблоков и наконечников я закончил. Всего вам доброго.